Союза художников России, человек, который как бы вуз культуры, бурят по рождению, из древнего-древнего бурятского рода фонда Хангодера. Он на стыке двух культур работает в изобразительном искусстве. Он прославляет культуру бурятского народа, и он живет в культуре русского народа. И вот сейчас у нас будут поздравления Карла Ефимовича. Это я вот с этих лет помню, когда в Руси жил, пели люди вот так. И сейчас вот Карл Ефимович Шулунов, член Союза художников России с 2007 года. Не так вроде и давно, но он, опять же, старейшее поколение наших художников Иркутской организации, то поколение, которое несет в себе вот именно традиции русского искусства. И сейчас от Иркутской организации... Карл Ефимович Шулунов. Я его знаю, кажется, 100 лет. Мы ведь познакомились... Ой, и когда я еще не был членом Союза, а работал архитектором. И это было так давно, это были 78-й, 9-й, наверное, год, может быть, 80-й. Карл Ефимович, вы помните, мы с вами познакомились... на какой-то совместной работе, куда нас отрядили, вас отрядили от худфонда, а меня туда послали от Института Иркутск-Гражданпроект, и мы в каком-то огромном зале, где-то на Кае, делали какую-то оформиловку к празднику, не то 7 ноября, не то еще какому-то. И мы там в огромном зале что-то рисовали, какие-то большие плакаты. Я не помню какие, но это была какая-то объемная работа. Наверное, скорее всего, нас послали туда помогать вам. А вы, кажется, там были предводителем. И мы там тогда и познакомились. С тех пор я вас знаю. А сегодня я узнал, вообще совершенно для меня было открытие, что вам 80 лет.
И видите, я вроде бы все время путался, то на ты, то на вы, то на ты, то на вы. Как-то мы были когда 100 лет назад знакомы, вы были совсем молодой, я был еще моложе, ну примерно мы где-то были там как-то так на равных почти что по возрасту. А сегодня вдруг я понимаю, что я не могу у вас называть на ты, я уже путаться не буду с сегодняшнего дня, я буду с особым почтением, я всегда вас любил, всегда уважал. Для меня Шулунов — это всегда было олицетворение вот лучшего, что есть в бурятском народе. Я вообще с нежностью отношусь к бурятам, к этой культуре, в общем, как-то с любовью испытываю к ним просто большую приязнь. И вот Карл Ефимович, мы с ним достаточно часто одно время и встречались, и как-то все время пересекались. На коротке, но тем не менее очень дружески. И я, конечно, сегодня был с огромным удовольствием на его выставке. И могу отметить следующее. Ну, мне всегда было интересно его творчество. Вот оно самобытное, интересное каким-то... Ну, сами видите, да? Во-первых, что вот я сегодня могу сказать, что я сегодня на выставке увидел, хотя и мельком пробежал, что он по-молодому еще в каких-то вот разнообразных поисках. Это очень положительное для меня качество. Для меня мертвы те художники, которые 30 лет выставляют одни и те же какие-то картины, там, я не знаю, цветы одни и те же, пионы какие-нибудь, 30 лет, одно и то же, одно и то же. Я смотрю, какое разнообразие у Шулунова, посмотрите. Это, и, ну, я не буду перечислять, надо идти на выставку, смотреть. Но самое главное, что я хочу отметить, ну, помимо того, что вот уже сказали, что это... Удивительное соединение русской культуры и бурятской, национальной, действительно, оно очень такое органичное сочетание, интересное. Но самое главное, я ведь все время говорил, что картина умерла, живописная картина умерла. А сейчас я вижу, что у Шулунова картина не умерла, он ее делает, именно картину, пишет картины. Он хранит эту традицию вот русско-живописной картины. Вы посмотрите, они у него сюжетные, и их интересно рассматривать. Он пишет картины. Кстати говоря, всегда возникает сомнение у людей, художник пишет или рисует. Так вот, поймите главное, если картина сюжетная, если это целый рассказ, а у Шулунова многие картины – это рассказ, который нужен, он его сочиняет, понимаете? И вот тогда художник пишет. Он пишет картину, которую можно подойти и читать. Вот. Если нет такой картины, то трудно сказать, что она написана, правда? Так вот, Шулунов, безусловно, у нас художник, который пишет картины. И слава Богу, и спасибо вам, что вы храните все эти традиции и классической живописи, и картины, и соединяете это со своими национальными традициями, со своим характером. Дай Бог вам здоровья, и еще, судя по тому, как вы выглядите и как вы работаете, еще долгих-долгих лет вам, пожалуйста, творчества и жизни. Всего доброго, Карл Ефимович, дорогой мой.